Научиться новому, открыть свой бизнес. В Ульяновске стартовал проект «Мама-предприниматель». 8-й по счету образовательный квест начался с мастер-класса от федерального тренера Дениса Прохорова. 35 участниц поделились своими идеями с экспертом. Он, в свою очередь, подобрал ключи к их воплощению. В этот раз мероприятие проводится в новом формате. Финал будет проходить отдельно в районах Ульяновской области. У нас будет муниципальный финал в Ульяновске, муниципальный финал в Димитровграде и большой региональный финал, где встретятся женщины ульяновские, димитровградские. Но, кстати, в группах есть женщины из муниципальных образований Ульяновской области. Проекты представлены интересные и перспективные. Лидирует сфера красоты, кулинарии и социальной помощи населению. Мама двоих детей Наталья Юманова работает ведущей свадьбы и корпоративов, но на этом останавливаться не собирается. Наталья представляет три бизнес-идеи. Первая – это агентство по проведению торжеств. Вторая – региональная база блогеров. Либо третья идея, которая у меня возникла буквально с утром сегодня, это производство ПП-консерв. Я не знаю, мне так понравилась именно вот эта идея, потому что я сама уже 4-й год, наверное, даже уже 5-й год на ПП, я в спорте. Финал состоится в следующую пятницу. Участниц ожидает еще много воркшопов и тренингов. Мама-предприниматель входит в программу нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.